Всем привет, дорогие друзья, дамы и господа. Решил я пукнуть своего очень важного мнения насчет ребаланса ЛТ. Ну, все записывают, я записываю, чем я хуже. Короче, был ли я обескуражен? Был. Есть ли у меня все эти десятки в ангаре? Есть. Катаюсь ли я на них? Да. Хороший ли я игрок? Нет. Но это не важно. Что нам говорят разрабы? Ну, короче, первый вопрос, который возник у всех, которые почитали эту новость, то за что? То зачем? То почему? Что говорят разрабы? Разрабы говорят, что убирая скорость, как я это понял, да, зеленый игрок, они убирают скорость, максималку, всем режут максималку, там остается только 54 у кого-то, это не максималка, это ерунда. Но добавляют, как это называется, тяговооруженность, я так понимаю, это маневренность. Что нам это дает? Дает набор скорости быстрее, правильно? То есть в начале игры, в начале боя, ты просто на своей ЛТшке быстрее приедешь на какую-то позицию, да? Возможно, но а потом как доигрываться? Ну, представляем, да, чисто гипотетическую ситуацию. Вот остался условный бат сегодня против двух в конце драться на условных химках. И вот сабновый, которая там будет, это следующая, где его понерфит. Что бы вот делал я, и думаю, вы на этом бате, я бы начал так вот кругами накручивать, чтобы пытаться как-то обмануть их. Двух закрутить не получится, имея какую-то суперскорость, а имея большую максималку, сколько у него там под 70, можно было бы просто кругами вот так вот объезжать карту и постоянно находиться там, где тебя не ждут, не могут увидеть. А сейчас бат просто не уедет от леопарда, не уедет от ТВП, не уедет от, я не знаю, в Яге не уедет, но от Яги уедет. Просто что теперь ушла эта возможность сбежать, именно сбежать, не крутиться, драться, а сбежать. А учитывая, что у нас убрали возможность сбежать, также у нас еще забрали возможность стрелять с большого расстояния. То есть что ты раньше делал? Ты убегал, становился в кусты, ловил, стрелял, убегал, кусты, ну что-нибудь такое делал. Но это так, это мысли вслух, как говорится, это ничего такого. Вот, что я потом подумал, мои мысли какие были, что, возможно, это часть какого-то глобального ребаланса. Типа, ну не может же быть такого, что разрабы поменяют только ЛТшки. Значит, типа, мы ждем просто сейчас, это мое мнение, сугубо мое инфо. Типа, сейчас ЛТшки, завтра СТшки там покажут, потом ТЖи, ПТ и все такое. Может быть, это будет так. Ну, это сугубо мое мнение, но, как я понимаю, этого не будет, и баланс затрагивает конкретно исключительно только ЛТ. Но, опять-таки, надеяться я могу на все, что хочу, на все, что угодно. Угу. Ну, а теперь у меня родилась небольшая конспирологическая теория. Секунду. Решил вам на фон бой поставить. А вот теперь шапочка из фольги на месте, а теперь конспирологическая теория. Резко режут все ЛТ. Я думаю, что порежут и девятки, потому что это будет логично. Наверное, порежут и восьмерки, убрав у них у всех скорость. Для чего это могло быть сделано? Сугубо... Чё так громко? Ну чё это так громко, игра? Сугубо мое мнение, дорогие друзья, дамы и господа, что это может быть связано, знаете, с чем? Бой-то мы, может, и досмотрим потом. Бой так, в принципе, по фану. А связано это с вот этим. А? Как вам мысля? Что, возможно, собираются вводить ЛТ на колесиках, а чтобы уважаемые наши подпивковичи, такие как я, и школьники с голимыми телефонами не обосрались кататься на скорости 100+, можно резануть всем до 60, ой, до 54-х. А колесникам, ну это же колесники, их основное преимущество это скорость. А колесникам дать 70. И овцы сыты, и волки сыты. Получается, да? Чисто как теория. Неужто нас ждет вот эта залупа в нашей игре? Потом останется только арту ввести. Я, кстати, самый главный хейтер колесников ever. Они портят сей... Ну, они испортили мою любимую игру. Предыдущую мою любимую игру. В общем, как по мне... Только в качестве конспирологии, в качестве вот этой вот херни на голове. Это вполне себе выглядит, что может быть так и будет. Просто обосновать ввод танков со скоростью, правда, 100+, ну мало игроков, которые смогут этим управлять. Тем более с телефона. Даже с этой особенностью, что они автоприцелом хватаются просто даже рядом с танком.
все равно это очень сложно, и будут на дуре заносы и так далее. А если им дать 70 вот этому ЕБРчику, отлично, но телефонная игра от этого не ломается. Минутка конспирологии и малюсенькое видео на этом окончено. Интересно ваше мнение, пишите. Я комменты не тру, я комменты читаю, я на них отвечаю. А еще я это, стример. Приходите на стримы, подписывайтесь на телеграм. Дальше больше, дальше интересней. Пока. Да, бой не досмотрели. Эх, хрен с ним, я вам результаты покажу, этого будет достаточно. Там, сейчас. Там хватит вам увидеть только результаты. Ну. 8-100 на седьмом уровне. Кому это интересно?